Так, ну а теперь внимание. Змейка. Вот такая. Поверхностная, судя по лопатке. Больше всего меня интересует, как она летит. Довольно-таки неплохо летит. Проводка у нее, естественно, равномерная для такой короткой приманки. Вот. Как раз то, что я хотел. Выглядит она прекрасно. Прекрасно. Немножко заваливается на один бок из-за лопатки. Но это поправимо. Приземляется так, как надо, и работает так, как надо. Даже несмотря на то, что кренится немножко на один бок. Думаю, что нужно сделать ее длиннее. Тогда она будет совсем хорошо себя вести в воде. Вот на быстрой, вот на медленной. Нет, проводка должна быть определенной скорости. Как-то так.